заиграли гимны Российской Федерации Республики Татарстан, и все готово к началу сегодняшней встречи. Владимир Олегна дал день отдыха нескольким лидерам нашей команды. В частности, сегодня заявку на матч я не вижу капитана нашей команды Александра Волкова и еще одного сборного ведущего волейболиста, либера Алексея Вербова. Ну, думается, что с позицией либера у нас не будет сегодня проблем. Опытнейший Владислав Бабичев заменит своего партнера по команде. Что касается команды Ярославич, то напомню, что вот Сергей Цветнов сейчас на ваших экранах промелькнул, новый наставник этой команды. Дело в том, что Ярославич после целого ряда неудач со старта сезона расстался со своим главным тренером, болгарским специалистом. И вот теперь опытный Цветнов, который работал с Одинцовской Искрой, в свое время является главным тренером. Это арбитры сегодняшней встречи. На вышке работает Михаил Разумовский, а второй судья — это Евгений Ковачков. Оба арбитра представляют Москву, и также инспектор встречи Станислав Легоньков. А вот на ваш канал вновь Семен Полтавский. Очень любопытно, что Полтавский, которого мы привыкли видеть и в матчах за московское «Динамо», в матчах за сборную России как диагонального игрока, сейчас по необходимости переквалифицировался в доигровщика. Так что сегодня мы посмотрим, как Семен действует в приеме. В общем, такое зрелище достаточно новое, наверное, многими из волейбольных зрителей еще не виданное, но тем не менее. Вот вновь Ярославович. Посмотрим, какие же стартовые шестерки выпустят на сегодняшнюю встречу, соответственно, Сергей Цветнов и Владимир Олег. Итак, стартовая шестерка команды Ярославич. Номер 2 блокирующий — Александр Иванов. Номер 5 доигровщик, еще один Иванов — Владимир. 8 Семен Полтавский. 10 капитан команды, связующий — Сергей Шульга. Номер 15 Инал Давасиев, еще один игрок первого темпа, еще один блокирующий. 20 номер — Андрей Колесник, это диагональный игрок. И, соответственно, два либера, основным из которых, судя по всему, будет Илья Чибиров под 18 номером. Вот Сергей Цветнов, главный тренер наших сегодняшних соперников. Много-много лет возглавлял он Одинцовскую Искру, и не раз и не два становился этой командой призером чемпионатов России. Итак, теперь Зенит Казань. Мэтью Андерсон, номер 1. Николай Паликов, номер 3. 6 номер — Евгений Сиважелес. Номер 13 Игорь Кобзарь. Номер 14 Александр Абросимов. Номер 18 Максим Михайлов. И 17 Владислав Бабичев, основной либеро в сегодняшней встрече. Ну что ж, не стал особо экспериментировать составом Олегна, за одним исключением. На скамейке запасных пока Никола Горбич, и его место на площадке занял наш второй связующий, молодой Игорь Кобзарь. Это Максим Михайлов. Не зря нам показывают Максима не только потому, что это лидер казанского «Зенита», но и потому, что Михайлов — один из многочисленных в современном российском волейболе воспитанников ярославской школы. Дело в том, что в свое время, в начале 90-х, основатель Ярославича и бессменный президент этой команды Сергей Шляпников создал очень мощную базу в городе волейбольную. Огромное количество молодых перспективных волейболистов прошли через эту школу. Это и целый ряд олимпийских чемпионов, и Сергей Гранкин, и Юрий Бережко, и наш Максим Михайлов. Тоже несколько лет в Ярославиче, в общем, сделали из него большого волейболиста, после чего он перешел в казанский «Зенит», в котором уже превратился в настоящую волейбольную мировую звезду. Итак, стартует наш сегодняшний матч, и первая подача капитана Ярославича Сергея Шульги. Ну и посмотрите, как Николая Паликова поймали в центре сетки. Довольно Полтавский, его партнеры. 1-0. С этого начинается сегодняшний матч. Да, вот, вроде бы неплохая передача Кобзаря, но там очень здорово. 1-1 Александр Иванов поймал своего оппонента. В общем, не так часто в волейболе встречается вот такое индивидуальное блокирование первого темпа. Тем оно ценнее, может быть, для начала встречи. Вот теперь уже Максим Михайлов хорошо из второй зоны сравнивает счет. 1-1. И в подачу отправляется Николай Паликов. Смотрим мы на повторе. Поверх бока. Четко. И не смог там Владимир Иванов, пятый номер, поднять этот мяч в защите. Первое очко нашей команды набрал наш лидер, наш диагональный игрок. Вот видите, как раз Полтавский сейчас в приеме. И будет доигровка у наших соперников.
И хороший удар удался Андрею Колеснику. Кстати говоря, Колесник занимает позицию диагонального в Ярославиче. Сейчас мы посмотрим еще этот эпизод. Вот хороший удар. Так ответил своему более именитому оппоненту по позиции диагонального игрока Колесник. Вообще любопытно, что в составе наших сегодняшних соперников есть один легионер. Это голландский игрок, ростом, между прочим, 2.14, Кай Ван Дик. Но он в запасе, поскольку его вытеснил из основной шестерки, собственно, вот тот самый Андрей Колесник, молодой волейболист, чемпион мира среди молодежи 2011 года, воспитанник, опять-таки, Ярославской школы волейбола, точно так же, как и еще один из волейболистов, который сейчас находится на площадке у гостей, это Инал Таваси. Ну а пока команды обмениваются удачными атаками, так достаточно быстро снимаются с подачи. Пока 2-3. И Максим Михайлов на подаче. Мы знаем, что это всегда интересно, что это всегда может принести массу неприятностей соперникам казанского «Зенита». Трос смягчает силу подачи. Но Михайлов неплохо играет в защите. Вот здесь немножко помешали друг другу Андерсон и Бабичев. И, пожалуй, здесь, наверное, Мэтью не прав. Все-таки такой мяч, конечно же, должен играть либеро. И здесь немножко Андерсон не своим делом занялся. И как результат, потери мяча. И 4-2 на старте первой партии. Небольшое преимущество наших сегодняшних гостей. Александр Иванов, блокирующий, ростом 2.09, 26 лет. Подача, ну, такая планирующая, не слишком опасная. А вот Абросимов не сумел забить первым темпом. Сиважелес, очень здорово, Евгений, в своем стиле. Из очень непростой позиции, но вывернулся и четко направил мяч по линии. И там не смог сыграть в защите игрок команды соперника. Кстати говоря, мы видим сейчас на старте матча в качестве основного либера выступает первый номер. Это Куликовский, кстати говоря, волейболист, который только-только появился в заявке Ярославича. Некоторое время назад он выступал за казанский «Зенит». Здесь проблема в том, что Ярославич травмирован. Наверное, может быть, самый звездный после полтавского игрок этой команды, либера Александр Соколов. Ни много ни мало, а олимпийский чемпион Лондона, игрок команды Владимир Олегна. У него была очень серьезная операция на ахилле, и до сих пор Соколов не сыграл ни одной встречи в нынешнем сезоне. Вот приходится здесь искать варианты Сергею Цветнову. А пока тройной блок казанского «Зенита» закрывает атаку доигровщика Ярославича Владимира Иванова. Посмотрите, он такой отведенный от сетки мяч, и слишком, может быть, смело Иванов атаковал. Да, вот видите, даже Куликовский так сурово посмотрел на своего партнера. Наверное, стоило отыграться от рук блока «Зенита» и дать шанс на новую атаку своей команде. А так мяч практически вертикально упал вниз от блока. И, конечно, поднять его в защите Ярославич никак не может. Но пока по-прежнему держит свое преимущество в 1-2 очка подопечные Цветнова. И «Зенит» в роли отыгрывающегося на старте первой партии. Возможно, эта ситуация продолжится как минимум до первого технического перерыва, который, как мы с вами знаем, произойдет после счета 8 у одной из команд. Атака Мэтью Андерсона. До пола наш американец мяч не добивает, но, тем не менее, в защите не сумели поднять игроки гостей. Мощная атака из четвертой зоны, это под заднюю линию. Владимир Иванов сделал все, что мог, но сохранить мяч в игре не сумел. А вот и Игорь Кобзарь, наш второй связующий. Много очень критики в его адрес было на старте этого чемпионата со стороны Олега, в том числе и публичный, в интервью, даже после матча. Но, в общем, Кобзарь не унывает. И вот сегодня получил свой очередной шанс проявить себя на площадке. Сравнялось нет счет после неудачной атаки Андрея Колесника, молодого 22-летнего диагонального игрока команды Ярославич. Прежде на подаче Кобзарь. Справляется Куликовский. Шульга. Ну и здесь здорово. Полтавский в своем стиле. В том, как мы привыкли за многие годы, когда Семен, ну, некоторое время просто, ну, по-настоящему доминировал в российской сборной в качестве диагонального игрока. Звездных совершенно турниров. Может быть, не так много титулов и первых мест в составе сборной России у Полтавского, но тем не менее
общем, если я скажу, что Семен Полтавский — это живая легенда российского волейбола, пожалуй, не будет серьезным отклонением от истины. В свое время, кстати говоря, Геннадий Шипулин, знаменитый главный тренер Белогорья, говорил о Полтавском, что это Майя Плисецкого отечественного волейбола. Я думаю, что такому авторитетному специалисту, как Шипулин, можно поверить. Но пока 7-7, и после этого розыгрыша в любом случае будет технический перерыв. К сожалению, Мэтью Андерсон попадает в нижнюю часть сетки. И 8-7, небольшое преимущество команды гостей. Кстати говоря, сегодня во Дворце спорта Санкт-Петербург, вернее, в центре волейбола Санкт-Петербург, большой спортивный день. Давайте пока послушаем Владимира Олегна. И пока рабочие моменты, все-таки скажу, что сегодня большой волейбольный день в Казани. 4 часа играют здесь и показывают матч телеканал «Новый век» «Зенит» и «Ярославич», а в 19:00 состоится большая схватка в рамках женского чемпионата. Казанская «Динамо» примет на своей площадке «Уралочку» из Свердловской области. «Уралочку», в составе которой сразу несколько чемпионов Европы 2013 года, ну а возглавляет команду, сами знаете кто, великий и ужасный Николай Карполь. Его мы увидим здесь, в центре волейбола Санкт-Петербурга. Так что, как всегда, Казань радует нас большими волейбольными выходными. Но пока завершился первый технический перерыв с небольшим преимуществом символическим. Впереди наши гости, команда «Ярославич», и на подаче капитан этой команды, связующий Сергей Шульга, очень опытный волейболист, также ему 32 года, как и Полтавскому. Сиважелес на отведенном мяче. И в доигровке неудачный удар Колесника. Проиграл мяч молодой игрок, Давид так переживает, юноша. Хотя, в общем, 22 года уже такой возраст приличный, видите, так пытался. Пытался попасть из четвертой зоны по четвертый Колесник, но вот не сумел. Ну и посмотрите, вот организует такой мини-отрыв казанский «Зенит», в данном случае усилиями Николая Апаликова и его могучей подачи. Но мы знаем, что такое Апаликов на подаче, это бывает страшно для любого соперника на уровне ли клубных соревнований, на уровне ли сборной страны. Снова Паликов и снова его пушка. Справляется Куликовский, но с очень большим трудом. И видите, даже атаки не получилось у Ярославича. Правда, у нас здесь Кобзарь принимал мяч и не делал вторую передачу, как это принято. Но, тем не менее, Апаликов справился с этой задачей. Сыграл в роли связующего. Вот давайте посмотрим на повторе. Вот видите, Кобзарь сыграл в защите, а дальше Апаликов отдает на Максима Михайлова. Ну и блестящий блокаут. И счет уже 10-8. Извините, сделал небольшой отрыв в счете сразу же после первого технического перерыва. А вот теперь Апаликов и проявил себя и в другом качестве, как подающий. Укороченная, совершенно неожиданная подача от Николая Апаликова. И 11-8. И вот при таком счете Сергей Цветнов, после того, как на подаче Апаликова казанцы организовали отрыв счетом 4-0, берет тренерский тайм-аут. Да, Сергей Цветнов совсем недавно возглавил с ним на тренерской скамейке Ярославич, провел только одну встречу, проиграв в Перми Прикамье, причем со счетом 3-0, хотя две партии подопечные Цветнова, в общем, сыграли на равных с соперниками, проиграв там со счетом 22-23, то есть буквально там 2-3 очка. И после игры Цветнов указал на то, что его команда не слишком удачно сыграла на подаче, не сумев должным образом затруднить прием своему сопернику, и кроме того указал на то, что Ярославич очень не здорово играл на доигровочных мячах. То есть хорошо поднимая мяч в защите, не мог довести дело до результативной атаки. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Будет ли повод поговорить об этих недостатках матча против такого суперколлектива, как казанский «Зенит». И великолепная атака Евгения Сиважелеза.
очень высоко выпрыгнул наш шестой номер. И, в общем, с такой высоты метко вонзил мяч на стороне соперника. 12-9. Максим Михайлов. Попадает в верхнюю часть троса Михайлов. И мяч не перелетел на другую сторону. Вообще, продолжаем мы регулярно говорить о популяризации волейбола в Казани и Татарстане. В частности, сегодня Фаид Хайрович Мухаммедшин, представитель Госсовета РТ и одновременно представитель Федерации волейбола Республики Татарстан, встречался с представителями масс-медиа, с представителями СМИ и говорили как раз-таки о развитии волейбола в Казани Республики. И, в числе прочего, речь шла о том, что необходимо развивать сотрудничество между профессиональными волейбольными клубами Казани и районами РТ. Собирается Федерация волейбола развивать соответствующие секции в разных районах и городах республики, организовывать поездки звезд «Зенита» и женского «Динамо» в эти самые районы. И опять-таки клубы заинтересованы в том, чтобы, даже готовы, как говоря, в этом поучаствовать материально, чтобы сами ребята и девчонки, которые занимаются волейболом, приезжали в Казань смотреть матчи казанского «Зенита» и казанского «Динамо». Я думаю, что это замечательная инициатива, которую можно только всячески приветствовать и поддерживать. Но пока у сетки Мэтью Андерсон забивает переходящий мяч. И преимущество «Зенита» 14-11. Небольшое преимущество, но пока достаточно комфортное. Держится, собственно, с момента, когда на подаче Николая Паликова мы организовали тот отрыв, который позволяет нам вести в счете в этой первой партии. Александр Абросимов, 30-летний блокирующий «Зенита», на подаче. Вот атака Колесников. Вновь мы закрываем диагонального Ярославича. Ну, вот такая, видите, борьба у сетки. И все заканчивается тем, что Максим Михайлов четким ударом из второй зоны поражает владение Ярославича. Кого-то повторим, видите, здесь концов хорошо сыграл Сиважелес. Дальше передача за голову от Кобзаря. И четкая атака Максима Михайлова. 15-11. На подаче Александр Абросимов. Вот здесь Полтавский очень четко прочувствовал эту ситуацию, понял, что мяч летит в аут, и действительно по длине просто не попал в площадку. 12-15. На подаче Владимир Иванов, доигровщик команды Ярославич. Еще одна ошибка на подаче, на этот раз у наших сегодняшних гостей, и 16-12 в пользу «Зенита». Команды уходят на второй технический тайм-аут. Ну, вообще, нужно сказать, что Ярославич... Вот такая беседа в тайм-ауте Владимира Олеговна и его подопечника. Это Сергей Цветнов. Возвращаются команды на площадку при счете, помню, 16-12 в пользу казанского «Зенита». Но пока все так, в общем, в рабочем режиме. Больших проблем, пожалуй, в этой первой партии пока у казанского «Зенита» нет. И отметим довольно уверенную игру в этой первой партии Игоря Кобзаря. Наш связующий так дозирует нагрузку своим основным нападающим. Единственное, что, может, пока первым темпом не очень у нас получается. Помню, мы и Абаликова закрывали, и Абросимов не забивал. Но в том, что касается своих основных нападающих, Сиважелеза и Михайлова, тут, по-моему, Кобзарь работает пока достаточно неплохо. 13-16. Смотрим повтор этого эпизода. Шульга сориентировался в этой непростой ситуации у сетки и так перехитрил Мэтью Андерсона, хотя ситуация была такая неоднозначная. Тем не менее, очко
выиграли кости. Боб здесь за голову на Мэтью Андерсона. Не слишком удачная была передача. И как следствие доигровка. Ну вот видите, здесь на сетке Михаил сориентировался лучше всех и переиграл Александра Иванова. Второй номер сейчас на ваших экранах. Несколько разочарован произошедшим. Да, вот смотрю повтор этого эпизода. Ну, в общем, здесь мяч был на стороне «Зенита». И, конечно, Иванову было очень сложно что-то предпринять вот в такой ситуации. 17-13. Плюс 4 у «Зенита». Мэтью Андерсон, наш американец, подает. Ну, теперь Шульга не слишком удобную передачу отдал Полтавскому. И, как следствие, доигровка у нас. Сохраняет мяч в игре Кости. Колесник. И снова не получается хорошей атаки, но вот здесь уже такие элементы пионербола были на площадке, причем со стороны как Ярославича, так и Зенита, и в итоге судьи остановили это дело и отдали очко нашим гостям. 14-17. И на подаче капитан команды Ярославля, опытный связующий, один из лидеров этой команды, который предстоит выбираться из подвала в турнирной таблице, в которой ее отправили 7 поражений подряд на старте чемпионата. Сергей Шулька. Бабич справляется с приемом. И атака Сиважелеза, которая остановлена двойным блоком Ярославича. Так, вроде бы хорошо все было. И здорово Сиважелез выпрыгнул. И была неплохая передача. Все было за то, что будет очко за «Зенитом». А нет, вот такой двойной блок поймал нашего чемпиона Европы 2013. И вот Александр Иванов, второй номер, как раз поздравляет он. Закрыл ходовое направление этой атаки и выиграл очко для своей команды. А вот теперь уже Михайлова поймали блоком. И, судя по всему, просто Сиважелез перекинет мяч на чужую сторону. Что придумает Шульга? Он придумал первый темп с Александром Ивановым. Вот редкий случай для этой первой партии со стороны обеих команд, когда очко набирает именно блокирующий игрок, в данном случае второй номер команды Ярославич. Вот уже до минимума сокращается разрыв в счете. Пока Владимир Олегов спокойно не собирается брать свой тренерский тайм-аут. Но, тем не менее, всего одну очко отделяет Ярославича от казанского «Динамо». Сиважелез на одиночном блоке переигрывает Семена Полтавского. 18-16. Вот это наши гости. Такая рабочая обстановка. Ну и Полтавский. Вообще, так, я бы не сказал, что какие-то чудеса показывает Семен в атаке, но в приеме, по-моему, мы еще ни одной ошибки бывшего диагонального не видели. А вот видите, Куликовский как раз-таки с подачи-то и не справляется. С подачей, ну кого бы вы думали, конечно же, Николая Балик. Но пока, судя по счету, можно сказать, что вот то преимущество, которое имеет «Зенит» в этой первой партии, оно целиком и полностью заслуга подачи Николая Паликова. То есть уберите эйсы нашего блокирующего, который делает очередной подобный экзерсис на площадке. Еще один эйс от Апаликова. Собственно, уберите эти эйсы, и мы увидим равный счет. Цветнов берет свой второй тренерский тайм-аут. Причем во второй раз он останавливает игру в момент, когда Николай Апаликов на подаче. Ну, вообще, ну, мы знаем, что Апаликов очень серийный подающий игрок. Если у него пойдет, то, в общем, здесь тайм-аут Ярославского клуба Ярославич. 20-16. И Николай Апаликов. Сколько он сделал эйса в этой первой партии? Ну, по-моему, 3 или 4. В конце нам, перед началом, вернее, второй партии нам принесут статистику. Посмотрим. Но, в общем, Апаликов, очевидно, совершенно герой этой партии. При том, что в нападении-то, в общем, Николай не блеснул. Прямо скажем, помните, что начался матч с того, что его закрыл Александр Иванов одиночным блоком. Да и, в общем, с тех пор-то я, честно говоря, не припомню очков, набранных Апаликовым в нападении. Но на подаче наш третий номер горяч сегодня в этой первой партии, как минимум. 17-20. Семен Полтавский на подаче. Ну вот видите, как подает Полтавский, да? Помните его пушечные силовые подачи, но вот проблемы со здоровьем, видимо, сказываются, и Полтавский считает такой планер не слишком опасный, это к тому же и не точно в данном случае. 21-17. Максим Михайлов, поддержит ли он почин
своего коллеги Апаликова. Справляется Скуликовский с приемом. И дальше мощная атака. Мощная атака Владимира Иванова, которая закрывает двойной блок казанского «Зенита». Чехлим, не первый раз мы уже Иванова. Опять так очень оптимистично пытался попасть, но Кобзарь так четко поставил руки и, в общем, так без особых шансов, прямо говоря, атаковал Иванов. Справляется Полтавский с приемом. А вот передача Шульги на Колесника была явно неудачной. А теперь Стеллажелес. Блокаут. 23-17. Два очка отделяет казанский «Зенит» от победы в этой первой партии. Давайте посмотрим еще раз. Видите, Бабичев здесь так получилось, что делал вторую передачу. Ну а дальше Сиважелес очень хорошо отыгрался от правого блока. Опять-таки в своем стиле. В четвертой зоне очень уверенно сыграл. Шестой номер. Снова Колесник. Стоп, площадка мяч попадает. Судя по всему, да. Вообще очень неудачно я снова в этой первой партии действует Колесник. Вот на ваших экранах 20 номер. Андрей Колесников, напоминаю, чемпион мира среди молодежи 2011 года, с очень низким процентом атакует. И вот замена. Замена в составе команды Ярославич. Причем это замена связующего игрока. Вместо Шульги вышел второй игрок подобного же амплуа. Это Игорь Тисевич. Причем Тисевич, если не ошибаюсь, это воспитанник ярославского волейбола. Да, так и есть. Достаточно молод. 91 года рождения. Это волейболист. 22 ему всего лишь, как и Колесников, кстати говоря. Но пока Михайлов упустил шанс завершить эту партию на своей подаче. 18-24. И еще одна замена у команды Ярославич. Эта замена, как я понимаю, опять-таки по позиции. Вместо одного доигровщика, вместо Александра Иванова, вышел 17 номер Виталий Журов. Вернее, это скорее по подаче замена. Журов призван усилить этот элемент, но без особых успехов для команды Ярославич. Михайлов ставит точку в этой первой партии. 25-18 в пользу казанского «Зенита». Вот посмотрим на повторе. Последнее очко Максима Михайлова. И мы с вами уходим на перерыв. Возвращаемся мы в дворец спорта Санкт-Петербург. Смотрим статистику первой партии. Ну и мы видим, что преимущество «Зенита», конечно же, очевидно по всем статьям. И вот они, очки с подачи, 4-0. Насколько я понимаю, все 4 авторством Николая Паликова, который, конечно же, сделал главный решающий вклад в победу казанского «Зенита» в первом сете сегодняшней партии. Итак, пока продолжается перерыв, и, ну, вот видите, здесь такая идет работа, идет изучение статистики этого первого сета, и Владимир Олегна спокоен, и я думаю, что где-то внутренне уже готовится к первому раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Серьезный соперник нас ждет на следующей неделе. Встречаемся мы с клубом «Берлин», это чемпион Германии, солидная команда, так что
путь к финалу четырех, который, конечно же, мы ждем «Зенит». Очень тернист, очень непрост. После того, как, если даже мы пройдем Берлин, очень на это надеемся. И, конечно, «Зенит» в любом случае фаворит этого этапа. Там дальше, в общем, большие шансы встретиться не с кем-нибудь, а с той самой итальянской «Мачератой». Помним мы заключительный поединок группового турнира в рамках Лиги чемпионов. Помним мы, естественно, Ивана Зайцева, блистательного доигровщика «Мачерата». И помним тот сумасшедший матч, который был здесь при фактически переполненных трибунах. И тогда 3-2 тяжелейшую встречу вырвали подопечные Владимира Олекна. В общем, очень большие шансы, что мы с «Мачерата» еще сыграем за право выйти в финал четырех. Ну а пока у нас стартует партия номер два. Смотрим на составы команд. У «Зенита» никаких изменений я не вижу. Что касается наших соперников, то у них, как я понимаю, вот судя по тому, кто сейчас вышел на подачу, а это тот самый Игорь Тисевич, который завершал партию номер один. Вот сделал эту замену цветном, то есть сначала второй партии, вот третий номер на ваших картах рядом с Полтавским. Молодой, 22-летний сведущий игрок, воспитанник Ярославского волейбола, начал игру у наших сегодняшних соперников. А в остальном, я так понимаю, изменений у Ярославича в составе нет. А Паликов на подаче, и, посмотрите, все равно затрудняет и оставляет без атаки Ярославич наш блокирующий. Кобзарь, не очень удачная передача получилась на Сиважеза, но это не помешало казанскому «Зениту» набрать очков. Вообще, конечно, Колесник, честно говоря, выпадает пока из игры. Не то чтобы он виновник потерянного очка сейчас, но и, по-моему, совершенно логичная замена, которая напрашивалась еще по ходу первой партии, появляется на площадке у Ярославича гигант ростом 2.14. Это Кай Ван Дик. Голландский диагональный, 29-летний волейболист, игрок национальной сборной Нидерландов. Не могу сказать, что большая звезда Ван Дик. Тем более, что лучшие времена голландского волейбола, они, в общем-то, уже далеко позади. Помним мы блестящее поколение, где были и братья Ван дер Горе, и Гвиде Гёрдсен. Та команда, которая выиграла Олимпиаду 96-го года. Но с тех пор, в общем, голландский, особенно мужской волейбол, очень сильно упал в своем уровне. И сейчас, пожалуй, что голландских звезд настоящих, наверное, мы и не вспомним. И на крупнейших турнирах голландцы, именно мужская команда, в общем, практически ни на что не претендует. И даже Ван Дик, один из основных игроков этой команды, вот видите, здесь в Ярославиче пока проигрывает конкуренцию Колесникову, российскому волейболисту. Хотя вот, может быть, сегодня один из шансов 29-летнего голландца доказать свою необходимость своей нынешней команде. Ну, посмотрим, докажет ли он ее по ходу этого матча против казанского «Зенита». Ну а пока атака, четкая атака первым темпом от Александра Абросимова, и 4-3 в пользу «Зенита» на старте второй партии. Наконец-то Кобзарь нашел общий язык со своим игроком первого темпа в атаке. И четкое очко. Ну, смотрите, очень агрессивны мы, кстати говоря, на подаче. Вот сейчас Сиважелес прилично затруднил. А теперь пайк! Разыгрался Кобзарь. Сначала отдал четко на первый темп, а теперь сыграл отличный пайк. Как-то не особенно в этом смысле разнообразил игру Кобзарь в первой партии. Но вот сейчас на старте второй чувствуется, поймал некоторый кураж, и будем надеяться, что наш 22-летний связующий не потеряет его вплоть до конца сегодняшней встречи. Ну а пока очень здорово сыграл это Владимир Иванов. Пятый номер. Владимир Иванов, который, кстати говоря, в межсезонье появился в Ярославиче. Из харьковского «Локомотива» он пришел. Но вот такой мяч очень четко прошел. По-моему, где-то там нашел дырочку в боке «Зенита». И еще один первый темп. Александр Абросимов. Второе очко нашего 14 номера в этой второй партии. И Александр с чувством выполненного долга отправляется на подачу. Вот получили мы статистику партии номер один. И, в общем, видим, что довольно равномерно распределяются очки у
в частности, игроков «Зенита». Нет какого-то явного лидера, которым обычно является Михайлов. Но пока, вот видите, редкий успех. Первым темпом команды Ярославич, причем отличился едва ли не впервые в матче, атаковавший на Тавасиев. Посмотрите, так чуть-чуть коряво, может быть, волейболист атаковал, но, тем не менее, результативно. И Налта Василий, еще один, кстати говоря, воспитанник волейбола из Ярославля. Кстати говоря, Тавасиева, действительно, это первая атака была вообще во всем матче, и первый очко. Ну, а пока блоком ловим Семена Полтавского. 7-5 в пользу «Зенита» и на подаче Кобзарь. Да, вот видите, так Полтавский, сложно было ему атаковать. Пытался он, по-моему, отыграться от блока, чтобы позволить дать шанс своим партнерам сыграть в защите и иметь шанс на доигровку. Но, тем не менее, там наш блок сыграл очень здорово. И снова мы затрудняем прием. Это Кобзарь, кстати говоря, сделал, да? Наш следующий игрок. И дальше Мэтью Андерсон! Не смог Ван Дик помочь своей команде в защите. 8-5 в пользу наших. Первому техническому тайм-ауту во второй партии. Тайм-аут. И услышали вы и Сергея Цветнова, и Владимира Олегна. И возвращаются команды на площадку, а я продолжаю изучать статистику первой партии. Так вот, повторяю, что довольно равномерно распределились очки, набранные у «Зенита». Тем не менее, самый результативный — это Максим Михайлов. Кто бы этому удивился. 6 очков, 5 у Евгения Сиважелеза. 3 у Мэтью Андерсона и, собственно, 4 очка у Николая Апаликова. И действительно, 4 очка и, собственно, все 4 у Апаликова с подачи. Очень удивительно, конечно. И ни одной результативной атаки не было у Апаликова в первой партии. Причем нет, по-моему, и по сей день. Да? То есть очень любопытно. Такая неожиданная статистика. Тем не менее, Апаликов, имея 0% реализации атак, тем не менее, является одним из очевидных героев сегодняшней встречи. Вот по состоянию на середину партии номер 2. 9-5. Еще одно очко в пользу «Зенита» сразу после первого технического тайм-аута. И Кобзарь продолжает подавать. Пока он делал это очень неплохо. Наш 13-й номер. Что здесь? Не попал в площадку Кобзарь. Тем не менее, пока, я думаю, что у «Зенита» хорошее настроение. 6-9 на подаче. И нау Тавасиев. Ярославич Ярослав. Ну, такой простенький планер. Да, все-таки у Кобзаря не так здорово получается сегодня с первым темпом работать. А вот с основными своими нападающими, по-моему, наш следующий работает очень прилично. И с хорошим процентом атакуют и Михайлов, и все остальные. Вот могу сказать, что в первой партии, скажем, у Максима Михайлова было 67% в атаке, 6 из 9. А, например, у Андерсона 60, у Сиважелеза 57. Ну, в общем, нормальные цифры рабочие как раз для того, чтобы хорошо сыграть в таком матче. Пайп не забивает Ярославич, доигровка, и Евгений Сиважелез. Блок аут. 11-6 в пользу казанского «Зенита» по ходу второй партии сегодняшнего матча. Мы так Сиважелез сурово посмотрел на ту сторону сетки, видимо, доказывая кому-то из сегодняшних оппонентов свою мощь и силу. Не попадает в площадку по длине Мэтью Андерсон, и подача переходит к нашим соперникам. Кстати говоря, пока совершенно не заметен на площадке наш голландский друг Кай Ван Дик. По-моему, ни одной атаки в его исполнении, в исполнении диагонального игрока, который, в общем, должен нести основной груз игры в атаке своей команды, мы не видим. Пока, в общем, Игорь Тисевич, молодая связка сегодняшних гостей, так
несколько скромно себя ведет на площадке. Наверное, нужно ему немножко раскрепоститься, тройке Ярославича. Я немного замолчал, потому что на подаче был Николай Апаликов. Но сейчас наш супер голеадор подающий не попал в площадку. Семен Полтавский. Ну что, опять будет простенький планер. Ну сейчас уже нет, так быстрее была подача, но справились наши в защите, а потом Евгений Сиважелес не заметил тройного блока Ярославича. Великолепно. Давайте смотрим повтор. Очень четко по краю блока. Так что никаких шансов поднять мяч в защите у гостей не было. Опять затрудняемый прием. А вот Ван Дик. Ну и сложная ситуация. Трудно было выиграть очко. Доигровка. Зенита Казань. Максим Михайлов. Еще одно очко зарабатывают подопечные Владимира Олегна в этой второй партии. 14-8. Плюс 6. И преимущество уже довольно значительное. Первый темп команды Ярославич. Редкая удача в атаке наших соперников. Отметим, это Александр Иванов. Его очко. Кстати говоря, как бы с результативностью у гостей в первой партии. Но здесь по 3 очка набрали. Сразу 3 волейболиста. Это оба Ивановых, который сейчас на площадке, также Андрей Колесник, который, правда, атаковал всего лишь с процентом 33 в атаке. ...15-9, и все ближе второй технический перерыв. А на подаче у нас Евгений Сиважелес. Полтавский справляется в приеме. Ну и дальше быстрая атака из четвертой зоны от Владимира Иванова. Не собираются пока на перерыв ярославцы. А у нас замена. Смотрите, Евгений Сиважелес, который, судя по всему, как тот самый Мавр, сделал свое дело. Выходит Александр Мочилов. Третий в иерархии, скажем так, наших доигровщиков «Зенит Казань» сезона 2013-2014. Я думаю, что если все будет нормально с результатом, я думаю, что Мочилов, возможно, и до конца сегодняшней встречи будет играть. А Сиважелес уже получит заслуженный отдых и будет потихоньку готовиться к матчу в Берлине на следующей неделе. Полтавский выигрывает очко для своей команды. 11-15. Вот оно, брейковое очко, которое заработали гости на подаче Кая Ван Дийка. 11-15. Ну и хотелось бы, чтобы наши зенитовцы не затягивали долгий ящик. Вопрос о втором техническом перерыве. Вот снялись бы побыстрее. Бабичев с трудом, но справляется. Мэтью Андерсон! Из непростой ситуации близко к сетке была эта передача. Но, тем не менее, наш первый номер хорошо сыграл и распорядился очень эффективно этим моментом, да, вот видите, пытался здесь ногой сыграть Тисевич, но не смог поднять этот мяч. И 16-11. И второй технический перерыв партии номер 2. Обсуждают Кобзарь и Михайлов в перипетии сегодняшнего поединка. Ну а Сергею Цветнову есть что подсказать своему молодому связующему игроку Игорю Тисевичу. А вот и Мочилов подсказал Мэтью Андерсону, что лучшее средство набора очка в волейболе – это блокаут. Ну, с нашим доигровщиком трудно не согласиться. Александр Мочилов на площадке, напомню, заменил он по ходу второй партии Евгения Сиважелеза, который отметился несколькими блестящими атаками по ходу сегодняшнего поединка. 16-11 после технического перерыва. Александр Абросимов на подаче у казанского «Зенита». Силовая от Абросимова. Куликовский справляется. Киван Дик. Ну и, по-моему, первое очко голландского легионера в сегодняшнем матче.
итальянском чемпионате, кстати говоря, провел прошлый сезон Ван Дик. Но вот пока у него не очень ладится здесь в Ярославле. Кстати говоря, еще недавно у Ярославля было два голландских волейболиста, но с одним из них уже команда рассталась. Не оправдал надежд на него возлагавшихся еще один соотечественник Ван Дика Сниппе. Вот, то есть Ян Сниппе. С ним расстались так же, как и с тренером болгарским Железковым. Вот, но вот, может быть, и скоро и с Ван Дийком, кстати говоря, могут расторгнуть контракт, есть такая информация. Но пока вы видели удачные действия в атаке Игоря Кобзаря. Вот и очко в атаке нашего связующего, который пока проводит очень приличный матч и, кстати говоря, хорошо подает. Кобзарь! Отличная передача, сам доволен связующий, четко на Максима Михайлова, который забивает из второй зоны. Ну, вообще, Кобзарь, так сказать, в данном случае наследник, да, традиция Лоя Бола. Помним мы, как наш великий американец забивал вот такие мячи, как атакой, двумя атаками ранее. Тайм-аут Ярославич. Так особых иллюзий, по-моему, нет у Сергея Цветнова относительно результата, как минимум, этой второй партии. Но, в общем, у Цветнова серьезная задача, которая, конечно же, не ограничивается сегодняшним матчем. Его задача спасти Ярославича от вылета из высшего эшелона российского волейбола. Замена в составе команды гостей. Вместо Семена Полтавского выходит Егор Лугунов. Замена по позиции доигровщика. В данном случае Полтавского меняет доигровщика Лугунов. Еще один воспитанник ярославского волейбола, ему также 22 года, как и, скажем, тому же самому Игорю Тисевичу или, например, Колеснику, которого, правда, сейчас на площадке нет, его, вы знаете, заменил голландец Ван Дийк. Кобзарь на подаче и второе набранное очко в атаке в этой партии. Нау и нау Тавасиев, суровый мужчина. А вот еще одна замена в нашей команде и очень любопытная. Это Виктор Полетаев, один из самых талантливых молодых волейболистов мира, не боюсь этого слова. Прошлый сезон для Полетаева сложился просто фантастически. Мы с вами помним, два чемпионата мира в составе сборной России до 18 и до 20 лет, два чемпионских титула и два титула MVP турнира. Потрясающий Полетаев, и всегда очень интересно наблюдать за этим волейболистом на площадке. Хочется, чтобы чаще он играл. Мэтью Андерсон. Но вернемся еще к Полетаеву, когда он будет атаковать. Пока на подаче Андерсон справляется с приемом ярославцы, а вот Ван Дик не попадает. Кобзель! Не очень удобная передача на Мочилова. Ну и здесь, конечно, так. Ну, сложно было Александру, прямо скажем. Был мяч послан практически на сетку, смотрите, на повторе, да, и пройти тройной блок, чего было очень тяжело. По-моему, даже пытался отыграться от блока, чтобы дать шанс сыграть в защите своим подопечным, но не получилось. А вот теперь и эйс наших соперников, причем, по-моему, это никто иной, как связка Ярославича. Вот такой невысокого роста Игорь Тисевич, всего в нем сколько? 194 сантиметра, ну, невысокий по меркам волейбола, конечно, да, не по меркам, так сказать, обычного роста человека. Ну вот посмотрите, как здорово это прошло. Ну-ка еще раз. Вот теперь уже Бабичев внимателен. Мочилов, попытка номер два. Теперь быстрый пас Кобзаря. И доволен связующий, по-моему, даже больше, чем нападающий, который набрал очко. Понравилось Кобзарю, что вот нашел он наконец-то общий язык с новым своим нападающим в сегодняшнем матче. Да, ну вот отлично. Здесь по скорости переиграл этот блок Ярославича. Восьмой номер команды «Зенит Казань». А Паликов уже не так усердствует на подаче. Да, вот, вот Ван Дик, вот это 2.14 роста и еще прыжок. Вот как следствие, такая мощная атака довольно эффектно получилась. Пусть и редко такие покрутасы получаются у волейболистов в красной форме, но тем не менее сейчас было здорово, отметим. Первый раз выходит на подачу Егор Лагунов, справляется Мочилов с приемом. А вот и Полетаев, и тут же первая атака
нашего юного все еще 18-летнего волейболиста приносит нам очко. Виктор Полетаев, еще раз напомню, MVP чемпионата мира до 18 лет и чемпионата мира до 20 лет в 2013 году. Двукратный чемпион мира в составе двух национальных сборных России двух разных возрастов. Вот такой супер талант подрастает в Казани. Правда, говорят, что главная проблема Полетаева, он не так высок для игрока этого амплуа, для диагонального игрока. Вот сейчас официальный рост Виктора 193, конечно, маловато все-таки. Хотелось бы, чтобы где-то 2. И, в общем, ходит много разговоров, что в нынешнем сезоне с Полетаевым работают и на предмет приема подачи. И что, возможно, если вот именно физические данные не позволят, Полетаев может уже во взрослом волейболе переквалифицироваться в другой амплуа, стать переигровщиком. Но в любом случае, конечно, хотелось бы, чтобы эти грандиозные просто успехи в юношеском волейболе Виктор подкрепил и большой карьерой, соответственно, уже на взрослом уровне. Ну, а пока здесь, в общем, мы смотрим, да, набирают зенитовцы необходимые очки. Все, в общем, в рабочей обстановке это происходит. И 22-17, еще 3 мяча, и вторая партия будет завершена. Пока Александр Мочилов на подаче. Да, ну, в общем, заметны очень проблемы с приемом сегодня. Как это, во второй партии они еще больше проглядываются у Ярославича. И вот сейчас Танасиев не попал в площадку. Хотя, в общем-то, у Инала, по-моему, есть свое мнение на этот счет, но тем не менее. 23-17. Это Кобзарь, который пока уверенно играет. Я даже сказал бы, что, может быть, это пока лучшая игра Кобзаря за, собственно, Зенит в этом сезоне. А пока Сергей Цветнов взял второй тайм-аут. Но ответить Цветнов призывает свою команду несколько успокоиться, да, и без лишней суеты пытаться противостоять и, в общем, не пытаться только на силу пробивать защиту казанского «Зенита». Но пока, в общем, против лома нет приема. Лом, в данном случае, это игра, наверное, одной из самых сильнейших. Чемпион России у нас в Белогорье, да, но все-таки думается, что у «Зенита» есть на это счет свое мнение относительно того, кто же лучшая команда России на сегодняшний день. Ну, а пока Мочилов попадает в сетку. 18-23. И давайте посмотрим, каков Кан Ван Дик на подаче. Ну, конечно, 2-14, прыжок, наверное, что-то страшное. Это Бабичев говорит, что может справляться с этой подачей. Пайп не забивает Мочилов. Кобзарь за гол. И первый темп. Александр Абросимов. В общем, с Абросимовым явно у Кобзаря лучше обстоят дела относительно взаимодействие, чем с Николаем Апаликовым. По-моему, у Апаликова до сих пор нет ни одного результативного очка в атаке за две партии. У Абросимова точно есть. И в этой партии это как минимум третье такое очко 14 номера. Ну и Александр подает. Собственно, у нашей команды, как вы понимаете, сетбол, и их целых 6. И будет доигровка. Есть шанс у Мочилова завершить партию. Нет, была плохая передача. А вот Киван Дик, Полетаев играет в защите. Мэтью Андерсон. И последним коснулся мяча Егор Лукунов. И на этом вторая партия завершена. 25-18. И смотрим мы концовку последнего розыгрыша. Кобзарь предпочел Полетаеву Мэтью Андерсона. И тот таким черпачком направил мяч на чужую сторону, а дальше мяч отправился в аут через Илью Лугунова. Итак, 25-18. Вторая партия за «Зенитом». Уходим на второй рекламный перерыв. Thank you.
Возвращаемся мы в центр волейбола, Санкт-Петербург. 25-18, 25-18 это результат первых двух партий матча «Зенит» Казань-Ярославич. И вот мы видим, что преимущество «Зенита» колоссальное именно в очках с игры. И если с подачи казанцы не набрали во второй партии ни одного очка, по-прежнему цифра 4, это тот результат, который показал Николай Апаликов в партии номер 1. И в том, что касается блока, вы видите, ну, практически равенство. То есть блок сегодня пока не играет решающей роли в том, как распределяется результат матча, но в атаке, конечно, пока «Зенит» выглядит на 3 головы выше соперника. Вот видите, Сергей Цветнов, судя по всему, такими же мыслями делится со своими партнерами по тренерскому штабу. Пока в атаке очень хорош «Зенит», и я бы здесь отметил, соответственно, игру нашего связующего сегодня, Игорь Кобзарь, который вот как раз на ваших экранах, пока очень уверенно заменяет находящегося в запасе Николу Грбичи. И, в общем, особых поводов нашему именитому легендарному сербу выходить на площадку пока нет. Его молодой коллега, который младше, кстати говоря, Грбича на 18 лет, пока справляется со своими обязанностями очень неплохо. И начинается партия с хорошей передачи Кобзаря и очка Максима Михайлова. 1-0 в пользу нашей команды. Смотрим повтор этого эпизода. Четко. Блокаут. Ну, как и советовал. Помните, во второй партии Мочалов Мэтью Андерсону. Нужно играть блокаут. Вот Максим Михайлов, собственно, поддержал эту идею. 1-0. Стали справляться, кстати говоря, с подачей Апаликова ярославцы. Не знаю, даст ли это им большой профит в этой третьей партии. Но сейчас вот смогли они набрать очко. Ведь атака Александра Иванова вроде бы закрыли наши двойным блоком. Но мяч вот наших блокирующих все-таки не попал в площадку. 1-1. И, между прочим, по-прежнему на площадке, как я понимаю, юный Тисевич в качестве основного связующего, да, и остался на площадке Лугунов, кстати говоря, остался на площадке Иван Дик. Так что вот тот состав, который у Цветного завершал партию номер 2, он же и вышел на третий сет, так что ни Шульги, ни Полтавского, ни, соответственно, Колесника, который уже покинул площадку на старте второй партии, мы сейчас не видим. А вот и Виктор Полетаев на подаче и сразу же затрудняет, оставляет соперника без первого темпа. Но будет доигровка у Ярославича, и Кобзарь при поддержке Александра Абросимова закрывает двойным блоком атаку ярославского нападающего. Давайте посмотрим повтор. Ну да, вот здесь оптимистично очень Лугунов пытался пройти, но попал в руки Кобзаря, так что наша связка получила еще очко и за, соответственно, игру на блоке. Немножко не попал наш левша Полетаев в площадку с подачи, хотя так острая была подача чуть-чуть, буквально там 15 сантиметров, и был бы эффектный эйс нашего юного 18-летнего волейболиста. Ну а пока Александр Иванов, блокирующий команда Ярославич на подаче. У него такой планер, ведь непростой. И Кобзарь, в общем, Кобзарь вынужденно делает обманный удар. И доигровка Ярославича. Ван Дик со всей своей высоты 2.14, но не забивает. А что Михайлов? Максиму было тяжело, и он просто оставил мяч в игре. Снова Ван Дик. И вновь в защите играют наши. И в итоге Пайп. Да, ну вот здесь вы видите. Да, удар с задней линии Мэтью Андерсона. Организованный блок соперника. Зачехлил, прямо скажем. Вот давайте посмотрим еще раз. Все это довольно эффектно выглядело. Но тут тройной блок, и празднует успех персональный Инаута Васиев. Такой импозантный диагональный команды Ярославич. Снова хитрый планер Александра Иванова. И очко Михайлова. И очко Михайлова. Смотрим на повторе еще раз эту атаку. Вот мы видим Кобзарь и, собственно, Максим Михайлов. Тисевич. Ну что будет у нас? Доигровка с задней линии. Михайлов поднимает мяч в защите игроки Ярославича. Ну и дальше отметим Егора Лугунова. Едва ли не первое очко этого молодого волейболиста в сегодняшнем матче. Во всяком случае, партия номер 2 он до очковых движений не добирался. Здесь здорово, что организованный блок нашей команды. Двойной, да, и 19 номер молодой
Ярославец справился с своей задачей. Кстати говоря, если вы обратили внимание, я вот на этом не застрял, кстати, ведь на площадке у нас одновременно сейчас находится и Максим Михайлов, и Виктор Полетаев. То есть два наших диагональных игрока, и, собственно, Михайлов сейчас играет в приеме. То есть диагональным действует у нас Полетаев, а Михайлов, как в том самом легендарном финале Олимпийских игр в Лондоне против Бразилии, переквалифицировался в роли, соответственно, доигровщика. И вот такой состав очень любопытный на площадке у Владимира Олегна. Сейчас очень хорошо это видно, что Михайлов, соответственно, Андерсон и Бабич у нас линия приема. Вот видите, Андерсон. На подаче Лугунов. Вот как раз Михайлов. Четкий очень прием подачи. А дальше, посмотрите, Ван Дик в защите играет здорово. Тройной блок против Владимира Иванова. И наша доигровка. Ну, Кобзарь, ну шикарный. Да. Вот это Кобзарь. Очень своеобразный получился этот обманный удар. Давайте посмотрим на повторе. Так как-то очень необычно он скидывает этот мяч. Посмотрите, так шикарно. И совершенно неожиданно. И мяч очень близко к сетке упал. И, в общем, поднять практически его было невозможно. Но Кобзарь сегодня зажигает вовсю. Теперь на подаче наш 13-й номер. Тисевич. Ну и вот очередная удача в атаке Инала Тавасиева, который фактически совершенно не был заметен в атаке в первой партии, а вот второй и третий, первый темп команды Ярославич заработал, в общем, так довольно солидно. Вот, в частности, во второй партии, скажем, Тавасиев набрал 3 очка. Да, и причем 3 очка и, собственно, все 3 в атаке, показав процент 75, очень приличный. А еще из любопытных цифр предыдущего сета, который можно отметить, ну, в частности, по очкам у нас, между прочим, во второй партии Абросимов был самый результативный, и он реализовал все 5 атак из 5, показав просто шикарный, соответственно, процент. Но, между прочим, и Максим Михайлов тоже в прошлой партии 100% 3 атаки и 3 из них точные. Вот так довольно любопытно. Единственный, кто из наших не так был хорош в атаке, это Александр Мочалов, которому еще нужно найти общий язык, соответственно, в взаимодействиях со своим связующим, с которым они не так много времени еще вместе проводили. В общем, призывает не расслабляться Олегна. И так Максим Михайлов тоже очень настроен. По-моему, Михайлов такой явно выделяет адреналин в крови, поскольку он играет сейчас на такой не самой привычной для себя позиции доигровщика. И как-то, я думаю, лишняя какая-то мотивация для Максима хорошо сыграть. Тем более не забываем, да, что Михайлов все-таки играет сегодня против своей бывшей команды. В общем-то, родной команды именно в Ярославле проходил его становление как волейболиста. Ну а пока 8-6, собственно, с небольшим преимуществом команды гостей. Подошли мы к первому техническому перерыву, и Инал Тавасиев, один из героев Ярославича, начинает эту партию. Что там, Андерсон, по-моему? Да, арбитры подтверждают. Ну что ж, у нас потихоньку разворачивается борьба в этом третьем сете после двух легких побед в предыдущих партиях хозяев. 9-6 в пользу Ярославича. И вот кажется, что Цветнов нашел такой оптимальный состав на данный момент своей шестерки. И очень неплохо выглядит соперник. Ну а пока Андерсон забивает. Ну и чувствуется, что Кобзарь, вот несмотря на то, что у него Полетаев в роли диагонального игрока, а диагональные, в общем, почти всегда несут на себе очень важную и большую роль и нагрузку в атаке, все-таки редко пасуют на своего 12-го номера, прямо скажем, есть такой момент. Я думаю, что хотя Кобзарь и Полетаев, в общем, самые молодые игроки нашей команды, но им еще нужно найти язык, потому что касается именно работы на площадке. Лугунов справляется с приемом, хотя не без труда, но вот здесь очень хорошая атака. Отметим Владимира Иванова, доигровщика Ярославича. Из непростой ситуации он четко выиграл очко. И 10-7. Игорь Тисевич выходит на подачу у команды гостей. Это вот Виктор Полетаев, который пока не так часто атакует. Вот один из шансов Полетаева, который великолепная левша. Четко
реализует. Вот он, Виктор Полетаев. Может быть, стоит Кобзарю чаще пасовать. Вот хорошая передача за голову. И дальше Полетаев разбирается с двойным блоком. Ну и там, конечно, был шанс, может быть, поднять в защите у гостей. Но они с ним не справились. И Полетаев завел еще одно очко свое в сегодняшнем матче. Владимир Иванов в атаке. И еще будет одна попытка того же Иванова. Один в одного. Что показывает арбитр на вышке? Арбитр на вышке показывает, что аут там небольшой, хотя Михайлов и зачехлил своего оппонента в этом эпизоде, но там был маленький-маленький аут. И, ну, там все видел, я думаю, Разумовский, первый арбитр нынешней встречи. То есть там все было вообще, ну, очень близко к нему, и я думаю, там четко разобрался с этим эпизодом. Так что пока плюс 3 у гостей. Ну, сейчас плюс 2 после того, как Владимир Иванов на эмоциях мощно подпадал, но не попал. Попал, вернее, в трос, соответственно, потерял подачу. 9-11. И на подаче Виктор Полетаев. Помним его первый выход в этой партии. Чуть-чуть не попал в площадку по длине, а вот сейчас, к сожалению, попал в сетку наш молодой талант. Александр Иванов. 26-летний игрок первого темпа команды Ярославич. Ну, простая на этот раз подача. Что Кобзарь? Кобзарь играет пайп с Мэтью Андерсоном. Четко. И наши быстро снимаются с чужой подачи. Давайте посмотрим, повторит. Красивый эпизод. Здорово сыграл Кобзарь. Все в темп. Отличная, мощная атака. Там перехитрили наши явно блок. Уже там присаживался блокирующий команды Ярославич. И взяли мы очко. Так, что теперь? Посмотрите, здесь фиксируют ошибку у гостей. Хотя несколько удивлены. Ярославцы улыбается Тавасиев. Но вот так довольно быстро начинают разбазаривать свое преимущество гости. Но, правда, Тавасиев-то хорош. Тавасиев в огне продолжает забивать с очень высоким процентом в атаке. Давайте посмотрим на повторе. Такая техника чуть-чуть корявая, как кажется, у этого волейболиста, но тем не менее она приносит результат. Причем такой и чувствуется мощный настрой у этого еще одного, кстати говоря, воспитанника ярославского волейбола. Едва тут Ван Дику при подаче не помог трос. Тем не менее будет еще одна атака у Ярославича. Лугунов не забивает, но, к сожалению, тут Владислав Бабичев явно сплоховал. И, в общем, так только-только зенитовцы сократили до минимума разрыв в счете. И вот опять, видите, опять плюс 3. То есть пришли к тому, с чего, собственно, и начинали. Вот, самый Тавасиев, а это уже подача Ван Дика. И не справляется с приемом Мэтью Андерсон. Ну что, 15-11. Что там Владимир Олекна? У нас замена. И причем, посмотрите, замена вместо Максима Михайлова выходит Евгений Сиважелез. Все-таки без Сиважелеза мы не можем обойтись. Но смелый эксперимент продолжается с Виктором Полетаевым вроде роли диагонального игрока. И мне кажется, что все-таки Кобзарь уж слишком стесняется играть с молодым Полетаевым. Пока, в общем, тот не подводил его в атаке, а в тех случаях, когда получал передачи. Но дело в том, что он практически этих передач не получает, в общем, проблемы. Так, и вот все-таки, да, покидает площадку Полетаев. Ну вот видите, да, это двойная замена. Покидают площадку Полетаев и Кобзарь, а выходят Роман Яковлев и Никола Горбич. Ну, в общем, такая замена. Ну, вот он, Никола Горбич, 40 лет. Масса титулов, как индивидуальных, так и в составе различных итальянских команд и сборной Югославии, и сборной Сербии. Ну, выдающийся волейболист, что там говорить. Ну, а пока Илья Лугунов выигрывает очко для своей команды. И 16-12 плюс 4. Очень приличное, я бы сказал, преимущество к этому техническому перерыву у гостей. Напомню, что в предыдущих 7 матчах этого чемпионата Ярославич набрал, выиграв 2 сета. Ну, немногословен был Олег на в этом перерыве. В общем, все знают, что он будет. Начнет первый пайп. Хорошо? Начинаем как близко от первого пайпа. Вот здесь близко. И как только передача в грань, линия, линия, линия.
диагональ, линия в диагональ. С Яковлевым, с Яковлевым. Очень быстро руки, потому что... Вообще тайм-аут Цветного, конечно, был очень информативный, очень любопытно здесь разбирал опытный наставник всех практически наших игроков, но это Александр Волков, его узнали, он отдыхает в преддверии матча с Берлином. И одна из любопытных мыслей Цветного о том, что Горбич начнет с пайпа. Ну, давайте посмотрим, так ли это, вот, если будет идеальная доводка до нашего связующего, Цветного обещал пайп. Ну и плюс там, вы помните, да, говорил, что, в частности, там, с Яковлевым нужно очень быстро принимать руку. Давайте смотреть. Но вот пока, видите, придется подождать с тем, как Никола будет работать в качестве связующего, пока Угонов потерял подачу. А вот и Роман Яковлев. Так, что здесь? Некоторые обсуждения между арбитрами. Там проблемы с сеткой, но я думаю, что они быстро будут разрешены. Роман Яковлев на подаче. Вот он, еще один наш прославленный ветеран. Были некоторые вопросы относительно того, насколько необходим Яковлев нынешнему «Зениту», но я думаю, что все, кто смотрел матч с Мачератой, когда вышел по ходу матча вместо Михайлова Яковлев и, в общем, набрал массу важнейших очков в критический момент, я думаю, что Роман одной этой игрой доказал то, что «Зениту» он очень необходим в нынешнем сезоне. Будет доигровка у нашей команды. Вот посмотрите, а, собственно, да, с задней линии атаковал Сиважилис. Так что Цветнов... уже такие свои способности Оракула продемонстрировал. Хотя, давайте сейчас посмотрим. Вот очко-то все равно, как вы видели, на счету Ярославича. Но вот, видимо, сейчас все-таки на подаче Тавасиева как раз-таки по мысли Цветного Горбич должен сыграть пайп. Но это Роман Яковлев. Ну, здесь, в общем, была не очень хорошая доводка до Горбича, и, в общем, он вынужден был отдавать туда в край передачу. Будет доигровка у наших. Яковлев из непростой позиции. Но Роман там все равно здорово изловчился. Я думаю, что максимум сделал из того, что можно было в этой ситуации. Мэтью Андерсон! 14-17. Вот немножко разбудил чуть-чуть заснувших зенитовцев Мэтью Андерсон в этой мощной атакой. Смотрите, туда на край сетки от Горбича и мощная атака под заднюю линию. Да, как ни пытался Инал Тавасиев, не сумел он поднять этот мяч в защите. Ну что, где-то нам нужно искать брейковые очки для того, чтобы не проиграть третью партию. Вот, например, может быть, сейчас на подаче Андерсона. Затруднили наш прием. Ван Дик, мощно! И посмотрите, Бабичев так подставил плечо. Да, но это было очень сильно и, в общем, больно так. Немножко потирает ушибленное место наш либеро. А очко зарабатывает Ярославич. 18-14 в пользу гостей. Игорь Тисевич. Помним мы, что во второй партии он отметился одним эйсом. Так что такая некоторая заявка на победу в партии Ярославль уже нам продемонстрировал. Но посмотрим, сможет ли он это доказать в решающие критические моменты этой партии. Ну, кураж, явно кураж поймали гости. Все у них получается. И из непростых ситуаций следуют идеальные решения. Вот как в этом эпизоде. Вот Владимир Олегна. Ну, пока Олегна совершенно спокоен. Хотя, так, может быть, тайм-аут был бы логичным решением в этой ситуации. Но Олегна считает, что его... Да, что его подопечные должны справиться. Они, к сожалению, сами себе привозят одно очко. Отвернулся от мяча Мэтью Андерсон. А там... На его пути оказался Роман Яковлев. Хотя, я, кстати говоря, не уверен, вообще мяч шел ли он в аут. И мне кажется, что Андерсон вообще зря пропускал в любом случае. 20-14 плюс 6. Бабичев. Далеко не идеальный прием. И есть шанс на 21 очко соперника, но Владимир Иванов ошибается. И пока Зенит в игре в этой третьей партии. Хотя, конечно, в общем, некоторые проблемы с концентрацией, очевидно, совершенно, в этом третьем сете у подопечных Олегна. Ну и плюс, повторяю, Цветнов нашел, как кажется, нашел идеальный вариант своей шестерки на данный момент. Замены сыграли свою роль, и Ван Дик, несколько мячей хороших, и Тисевич ведет игру прилично, да и Угунов, в общем-то. Ну а пока, вот первая маленькая брейковая очечка, которую мы забрали, 16-20, но по-прежнему преимущество Ярославича очень большое. И вот мы ждали тайм-аута от... Олег на взял, по-моему, вот Цветнов.
Работайте, вы уже начали как бы это. Да, ну вот видите, Цветнов так очень четкие указания дает своим подопечным. В общем, говорит о том, что нужно следовать той схеме, которую он им нарисовал, собственно, перед началом встречи. Никакой самодеятельности. Это, пожалуй, наверное, главный тезис Цветнова. Насколько я понимаю, по мнению наставника, вот именно эта схема позволила команде и устроить этот отрыв третьей партии. И сейчас можно его разбазарить, если, соответственно, от него отходить. Ну, а пока четкая атака в диагонали от Кая Ван Дийка из четвертой зоны. Переиграл он двойной блок нашей команды. 21-16. 4 очка отделяет Ярославич от победы в этом сете. И если это случится, то это, повторяю, будет всего лишь третий сет. Сет, повторяю, не матч, выигранный Ярославичем в этом чемпионате России. Грбич, первый темп, неудачно собросим его. А вот что, Ван Дийк? Да, ну вот Ван Дийк, как и вся команда, поймал кураж. Поймал кураж и выигрывает еще одно очко для своей команды. И перспективы четвертого сета становятся все более и более очевидными. Плюс 6 и всего 3 мяча до победы в сете. Я представляю эмоции Ярославича, если они выиграют эту партию. Я думаю, что они будут рады так, как будто выиграли Лигу Чемпионов. На бока Яковлев. Быстрая атака. Вот помните, Цветнов в одном из тайм-аутов говорил, что нужно быстро выставлять руки под атаки Яковлева. Но вот сейчас явно просто не успели там подстроиться. Очень быстрая передача Горбича. Просто там по скорости не успели закрыть линию. И там Яковлев очень четко прошел. 17-22. Тисевич пасует на край на Лугунова. Бабичев в защите. И будет атака у нас. Сиважелец. Ну, слишком оптимистично. Евгений. Тройной блок. Зачехлил нашу шестерку. Еще одна замена, но мы видели это и в одной из партий предыдущих. Это Журов выходит на подачу вместо своего игрока первого темпа. 23-17. Ярославич впереди. Посмотрим, затруднит ли Журов. Не попал в площадку. Бабичев это четко почувствовал. И обратная замена здесь. Все понятно, Иванов вновь на площадку, но при этом тут же уступает свое место Либер. Обычная ситуация. А у нас Евгений Сиважелец на подаче и один из последних шансов спасти партию. Одно очко мы выигрываем. 19-23. Но пока очень далеко ярославцы по счету. И шансы спасти партию пока недостаточно велики. Все-таки количество ошибок, которые допустили наши в этой партии, велики. Опять Цветнов берет тайм-аут. Цветнов. Второй тренерский тайм-аут берет наставник Ярославич. Гейм Цветнова можно согласиться. Очевидно, что Зенит просто так очки дарить не будет. Да? Это понятно и так. Потому что игроки Ярославича, наверное, это знают даже без своего главного тренера. А пока Евгений Сиважелец. 19-23. Пока минус 4 у казанца. Сейчас справляется с приемом Владимир Иванов. А вот сейчас, к сожалению, 5 не повезло хозяевам. В общем, доставался это, на самом деле, этот мяч, но ведь Яковлев там бросился. Давайте вот посмотрим на повторе, почему у нас не получилось поднять мяч. Вот Абросимов вроде бы отбил, а ведь Яковлев уже третьим игроком шел спасать отечество. Соответственно, отскок уже пошел в ту зону, в которой не было ни одного игрока. Ван Дийк не подает. А, это Полтавский у нас выходил, да? Пропустил я этот момент. Так, Семена, мы уже немножко соскучились по нему, но не подал. Полтавский, так,
такую выдал небольшую паузу для своей команды. А теперь Александр Абросимов. И 4 сетбола на подаче «Зенита» у наших соперников. 3 сетбола осталось. 21-24. В прежние времена, в давние, еще когда команда наша называлась «Динамо», помнится Дмитрий Фомин, когда выходил вот при таком счете на подачу. В общем, было еще не все потеряно. Да и когда Сергей Тетюхин, кстати говоря, в том числе и в майке казанского коллектива тоже. Но вот в этой ситуации, не знаю, давайте смотреть. Тисевич на край сетки на Лугунова. Ну и тот справляется. Петербург. 2-1 после этого. Ярославцы неожиданно победили в третьей партии, причем показав очень неплохой волейбол. И сразу видите, по целому ряду показателей подобрались к «Зениту». Вот, в частности, по очкам на блоке. Видите, полное равенство в сегодняшнем матче. Хотя преимущество казанцев по очкам, выигранным с игры, по-прежнему очень весомое. Я думаю, что ярославцы могут уже довольны своим приездом в Казань. Еще раз об этом скажу, что до сего момента команда из Ярославля, проиграв все 7 предыдущих матчей в чемпионате России, выиграла лишь 2 партии. И таким образом сейчас они выиграли партию номер 3 для себя. Я думаю, что во встрече с таким соперником, как казанский «Зенит», это уже можно считать успехом. И вот Инал Тавасиев, который очень прилично выглядит в атаке в последних 2 сетах, тоже, я думаю, может быть доволен, в том числе и собой, и своими собственными персональными результатами в этом сегодняшнем поединке. И, в общем, очень любопытно, конечно, посмотреть статистику вот именно третьей партии. В общем, тут за счет чего, собственно, удалось ярославцам так удачно противодействовать хозяевам. Вот очень любопытный эпизод, и продолжается он. И вот видите, Владимир Иванов, в общем, из выигрышной позиции мажет и позволяет «Зениту» повести в этом счете в самом начале. Вот смотрю я показатели в третьей партии и отмечаю, что самым результативным у команды Ярославич в третьем сете стал как раз-таки Кай Ван Дийк. Он набрал 5 очков и показал 67% в атаке. Довольно любопытно. А что у нас Тавасиев, кстати говоря? Тавасиев... 3 очка и 67% в атаке, 2 из 3. Неудачная передача Тисевича, там совсем не попал он в темп, Иванов не смог атаковать. Но еще одна будет доигровка у Ярославича, но закрывает двойной блок казанского «Зенита», закрывает Владимира Иванова. Явно кураж-то никуда не делся у ярославцев, но не всегда. Знаете, не всегда. Четко очень здесь сработали Апаликов и Максим Михайлов. Кстати говоря, я так понимаю, что на 4-ю партию «Зенит» вышел в своем боевом составе. То есть это стартовая шестерка плюс Горбич. Вот такая, вот такой состав. То есть решил закончить с экспериментами Олекна. Теперь играют все основные. А пока Ван Дийк, который нашел себя в атаке. Все-таки вспоминаю, как играл Колесник в начале встречи. Конечно, голландец-то выглядит поинтереснее и забивает с гораздо лучшим процентом. Здесь практически я вообще без блока отдал передачу Тисевичу. Но пока 1-2. Впереди «Зенита», на подаче связка наших гостей, которая в площадку не попадает. 3-1. Да, вот Кай Ван Дийк.
который по ходу этой встречи становится главной ударной атакующей силой команды Ярославич. А Паликов, пора уже никого вспоминать, как он подавал в начале встречи. А Паликов-то вспомнил, а вот, к сожалению, Абросимов не забил простой переходящий мяч. Ну как же так? Давайте посмотрим повтор этого эпизода. Вот так Апаликов. Мяч переходит в нашу сторону, а дальше Абросимов, в общем, киксанул, если можно так выразиться, вот, на отношении волейболиста. Неплохой прием. А дальше Сиважерес. Такой непростой эпизод. И видите, некоторый конфликт тут между игроками, но аут. И даже Сергей Цветнов, по-моему, согласен с игроками. Хотя нет, посмотрите, вот Сергей Цветнов напротив, он как раз таки поддерживает своих подопечных. Ну, в общем, ничем все это не заканчивается. 4-2 в пользу Зенита. И Максим Михайлов хорошо играет либеро команды Ярославич. И дальше вот поймал себя, в том числе в атаке, и 19-й номер Егор Логунов, который в самом начале, с момента появления на площадке, в общем, так не выглядел особо грозной силой в атаке, но уже и в третьем сете, и вот сейчас показывает, что очень даже неплохо отыгрывается от блока. Забивает тяжелые мячи. При том, что у доигровщика под 19-м номером у Ярославича всего 4 сантиметра роста. В общем, немножко физические данные подкачали, но тем не менее. Вот это Максим Михайлович. Было очень красиво. И лучшие образцы атаки казанского «Зенита». Отличная передача Горбича, и дальше атака Михайлова из второй зоны. Мощно, точно, сильно. Это Игорь Тисевич. 5-3. Впереди хозяева. Евгений Сиважелес на подаче. Лугунов не справляется с приемом. Мы похвалили 19-го номера в красной форме. В том, что он, как он действует в атаке. Но вот в приеме у Лугунова не так все здорово. Но хотя похвалим Сиважелеса. Он очень мощно подал и, конечно, затруднил здесь прием соперника. Снова Евгений. Помним мы, что в середине третьего сета, он даже второго сета, да, он покинул площадку. И, в общем, мы думали, что, может быть, Сиважелес уже будет отдыхать до конца встречи, но без Евгения, видите, не получается. Тем более, что Ван Дикт продолжает забивать. Сейчас не успели наши там блокирующие сомкнуться, и вот как раз-таки в это пространство и хорошо, очень удачно Ван Дикт попал, хотя ему бить-то было очень непросто, между прочим. Но вот здесь, видите, точно он попал в как раз между Абросимовым и его партнером, и там разобрался в ситуации. А вот Ван Дик. Такая наточность была подача, и едва, в общем-то, не стоило. Нет, да, Андерсон не попал в площадку, так что очка там все-таки достоила, но ситуация. Вновь Ван Дик. Пока 5-6. Аут. Это аут. Не попадает голландец в площадку. Но вот видите, борьба разворачивается. И, собственно, если кто-то подумал, что третий сет — это всего лишь эпизод в матче, и дальше в четвертой партии мы увидим ту же картину, которую видели в начале встречи, он, очевидно, ошибся. И вот равный, совершенно равный волейбол, хотя и в счете небольшое преимущество есть у «Зенита». Но только в счете, пожалуй. Но вот сейчас есть возможность уйти на технический перерыв с приличным отрывом. Что мы и делаем. Максим Михайлов. 8-5. И первый технический тайм-аут. Ну что ж, добились мы некоторого преимущества. Но, учитывая, как играет Ярославич, не так нам спокойно. Значит, только высоте, важно откуда. Отсюда, блядь, не стоит. Особенно из-за глубины. Здесь, в этом случае, только приходит здесь сюда. Первая зона — это все вот, что убьет Калхаза. Как только отсюда будет короткий старт, чуть побыстрее, то, что смотрели на это. Это разница. Второй Иванов, а Макс будет у тебя. Все, что быстро, плюс-плюс. Центральник прилетит к нему, и мы пускай убьет его. А высокий мяч, чтобы не... А это вот промелькнул, кстати говоря, Алексей Вербов с семьей. Наш основной либеро, игрок сборной России, чемпион Европы 2013, он сегодня отдыхает. Тоже готовится к ответственнейшему матчу против Берлина, который будет на следующей неделе. Ну, кстати говоря, посмотрите, Олег, если
предыдущих тайм-аутах, что мы видели, он в основном так ограничивался каким-то эмоциональным воздействием на своих волейболистов. То вот сейчас уже, по примеру, Сергея Цветнова стал четко объяснять конкретные волейбольные моменты и, так сказать, работать где-то и над тактикой своих игроков на площадке. Ну, посмотрим, дошли это необходимый эффект. Ну, вот посмотрите, вот мы закрыли, кстати говоря, Инао Тавасиева. Практически со 100% он результатом атаковал последние два сета. И вот тут же его меняет 11 номер. Это Николай Харитонов. Николай Харитонов, еще один, кстати говоря, достаточно молодой волейболист. 90-го года рождения и один из, как раз таки, плеяды игроков Ярославля, которые являются собственными воспитанниками, насколько я понимаю. Один из подобных игроков. 10-5. И Абросимов продолжает подавать. Вот он на ваших экранах, как раз таки вышел на площадку Николай Харитонов. 2-0-6 у вас этого волейболиста. Теперь он составит с Александром Ивановым линию блокирующих команды хозяев. Ну что, Ван Дик в огне. Голландец нашел себя по ходу этого матча. И поначалу так, в общем, таким, хоть и гигантом смотрелся, но только по росту, а не по игре. То вот сейчас очевидно, что он несет на себя основную нагрузку в атаке Ярославича. И, надо сказать, делает это неплохо. Вот Бабичев, к сожалению, не справляется с приемом, но перебиваем мы на сторону соперника. Но будет атака у команды гостей. Ну вот видите, Тисевич, очень смелое решение. Вторым же касанием бил на сторону соперника. Но вот видите, извиняется Тисевич. В общем, я вот так погорячился связующей команды хозяев. А в итоге, вернее, гостей, а в итоге атака от Мэтью Андерсона. 11-6. И, судя по всему, тренерский тайм-аут от Сергея Цветнова. Уже сейчас, еще до середины партии. Да, ну, тот редкий случай, когда тайм-ауты интереснее не у Олега, а у его оппонента сегодня по тренерскому цеху, Сергея Цветнова. Очень содержательные разговоры он ведет в перерывах со своими игроками. Вот сейчас так персонально беседовал с Игорем Тисевичем, объясняя тому, что прежде всего задача связующего — это держать качество вторых передач, а не, в общем, кусарство там на площадке. И особенно мне понравилась фраза, что на той стороне дураков нет. Успех в атаке. Я всегда помню, что именно Иванов запорол пару мячей на старте этого сета, обеспечив некоторое преимущество в счете команде «Зенит». Тисевич после профилактических бесед со своим тренером выходит на подачу. При счете 9-13. Неплохо подает связка Ярославича. А вот сейчас у Сиважелеза мяч полетел параллельно площадке и не задел никого из руки. Руки блокирующих мяч не встретили после удара нашего шестого номера. Подсократили. Гости счет. 10-13. Да, ну каков Тисевич, а? Вы посмотрите, маленький разыгрывающий. Да, ну здорово. Уже второй эйс у Тисевича в сегодняшнем матче. Ну и вот, наконец-то, Олегна берет тайм-аут при счете 13-11 в пользу своей команды. Оставьте, что там видно, да, Марина. Конкретно Олег нам сказал по поводу приема. Я понимаю, что нужно, так сказать, более компактно располагаться принимающим игрокам и, соответственно, оставлять линии. Да? А вот здесь, соответственно, по центру площадки именно держать подачу и, соответственно, чтобы между принимающими игроками было как можно меньше пространства. Потому что вот в эту проблемную зону, если направляется мяч, соответственно, там вот очень тяжело его принимать. Давайте посмотрим. Тисевич, что нам продемонстрирует после тайм-аута. Но не рискует.
связка Ярославича. Здесь простая очень доводка, и Михаил очень легко. 14-11 в пользу казанского «Зенита» в этой четвертой партии Николай Апаликов. Ну что, вспомнит Николай, как он подавал в первом сете? Ждем. Справляется Куликовский. Ну а дальше Владимир Иванов, которого, по-моему, в этом четвертом сете эмоции захлестнули излишне. Так, наотмашь. Куда-то вообще туда ближе к ложе прессы. Там вот, коллеги-журналисты сидят. Мяч едва не попал там кого-то из них. А Поляков снова в либеро и снова-то справляется. Ну а дальше вот не получилось. Атака у наших соперников. Обманный удар Михайлова. Доигровка будет у Ярославича. Удар у Гунова был не столь опасен. Но вот теперь Михайлов не попал как следует по мячу. Да, и очень далекий-далекий аут. И тем не менее 12-15. На подаче самый Владимир Иванов, который, пожалуй, что в этом сете меньше 50% имеет в атаке. Часто мы чехлим этого игрока, либо он сам ошибается. Вообще, у Иванова не очень высокий процент, скажем, в третьем сете, даже очень успешным для его команды, у него всего 22% было в атаке. То есть из, как я понимаю, 9 атак он всего 2 реализовал. Такой невысокий процент. Ну что, у нас второй технический тайм-аут, как вы понимаете, 16-12 в пользу казанского «Зенита». Ну что, Цветнов опять содержателен, да? Он сказал своим игрокам, что, в общем, нужно держать первый темп «Зенита», но не прыгать с ним. Цветнов уверен, что Грбич будет играть с Апаликовым или Абросимом в атаке только в крайних случаях. Соответственно, нужно держать либо крайних нападающих, либо пайп. Ну, посмотрим. Может быть, Грбич удивит наставника команды соперника и сыграет первым темпом при удобном подвернувшемся случае. Ну, посмотрим. Но вообще, конечно, тайм-ауты Цветнова сегодня просто, ну, очень содержательные. Очень так, такая волейбольная азбука, очень любопытная. Вот и первый темп, кстати говоря, Ярославич. Не получилось у Иванова, который Александр, который второй номер. А вот Грбич. Хотя был шанс у нашей связки сыграть сейчас первым темпом, потому что была идеальная доводка до связующего. Но он предпочел пайп. И пайп успешный для команды «Зенит». 17-12. В пользу команды хозяев. Максим Михайлов. А это Ван Дик. Кстати, давно Ван Дик не забивал мячей. Что, Михайлов не попадает в площадку. А вот показывает арбитр на вышке. Сегодня это москвич. Напомню, Михаил Разумовский. 13-17. На подаче Александр Иванов. Ну, пару раз он так демонстрировал неприятный планер. Посмотрим, как сейчас получится у игрока первого темпа гостей. Ну, сейчас так все простенько. Что, Грбич? Снова Грбич не играет первый темп. Но Сиважелец забивает из четвертой зоны. Уверенно. 18-13. Сам же Сиважелец отправляется на подачу. Здесь очень четко сыграл. Наш шестой номер. Не попадает по длине в площадку. Евгений, 14-18. Вот он, Кай Ван Дик. Пока супер подачи мы не видели от голландца. Хотя с его ростом, да, с его амплуа. Да и сейчас, в общем, Андерс справляется. Что, Михайлов? Михайлов набирает еще одно очко, и мы снимаемся с подачи голландского диагонального игрока. 19-14.
5. Вот он, Ван Динг. Ну, усилил, прямо скажем, игру. Не сразу, может быть, да? Но по ходу матча очевидно, что усилил игру своей команды игрок под номером 4. Хорошая атака Лугунова. Да, вот Егора Лугунова я бы отметил вот по сегодняшнему матчу. Появился он на площадке где-то, по-моему, с третьего сета, если не ошибаюсь. И, в общем, при том, что, опять-таки, вроде бы не выдающиеся физические данные для позиции доигровщика, но очень приличный процент держит в атаке этот игрок. Давайте посмотрим, как у него с подачей. Аут. 20-15 в пользу казанского «Зенита». Никола Горбич. Что нам продемонстрирует наш 40-летний связующий? Ну, простая подача, и, в общем, читался этот момент, но Харитонов не справился со своей первой атакой в сегодняшнем матче. Вот давайте посмотрим на повторе. Вот Тисевич, ну, по-моему, низковато, да, для Харитонова бывает и передача, и так и не сориентировался 11 номер в этом моменте. И тайм-аут берет Сергей Цветнов. Да, все-таки Цветнов настоящий такой тренер-интеллигент. Не так много таких мы иногда видим, скорее, такие обратные проявления обычно, да, наблюдаем на телеэкранах, но вот радует сегодня Сергей Цветнов, но опытнейший наставник, еще раз напомню, много-много лет он возглавлял «Искру» из Одинцова в лучшие времена этой команды. В лучшие времена. Говоря, по-моему, Алексей Вербов некоторое время выступал в «Искре» под его руководством. Ван Дик. 16-21. Голландец продолжает держать хороший процент в атаке. Алексей Михайлов на наших экранах. Сергей Харитонов. Не так хорош в атаке. Подача простенькая. Хотя, видите, не справляется с ней Мэтью Андерсон. И, как следствие, очко добывают гости. Там Ван Дик хвалит свою связку в этом эпизоде. 17-21. И снова Харитонов. Вот, может быть, это обманчиво в простой плане. Вообще, да, так, вообще-то Бабичев с трудом справился. Но, тем не менее, довели дело до хорошей атаки. И Максим Михайлов набирает 22-е очко своей команды. 22-17. Мэтью Андерсон. Первый номер казанского «Зенита», лидер сборной США, нового призыва. Не попадает Андерсон. Не сумел он перебить сетку. 18-22. Еще есть шансы побороться за четвертый сет у подопечных Сергея Цветнова. Особенно если Ван Дик будет взрывать все в атаке. Но пока Тисевич, помните, его выходы на подачу. Часто они вызывали проблемы у наших, но не сейчас. Огорчен молодой связующий гостей. Но вообще, я думаю, что Тисевич понравился сегодня. В общем, знаем мы, что традиционно в России позиция именно связующего игрока является проблемной для сборной команды. Я думаю, что Тисевич, пожалуй, стоит за этим молодым талантом понаблюдать. Мне кажется, что он может вырасти очень неплохого мастера, третий номер команды Ярославец. Но пока Ван Дик продолжает забивать. Еще одно очко набрал голландец. 19-23. Но ярославцам нужны, конечно же, брейковые мячи, чтобы зацепиться за четвертый сет. А, собственно, шансов уже не так мало. Или не так много остается, да? А вот и первый темп, которого не ждал Цветнов. Сыграл. Таки Никола Горбич, но сыграл опять-таки не с Николаем Апаликовым, да, а сыграл с Александром Абросимовым. Ну вот и 5 матчболов у команды «Зенит Казань». Начинаем с подачи Максима Михайлова, который отправляет мяч в сетку.
Ну и теперь мы начали, что называется, настоящий матч Боу, поскольку на подаче соперника. И вот посмотрите, интересный ход Сергея Цветнова. Он на матч-поле «Зенита» выпускает площадку нового игрока, который еще ни разу не появлялся на ней по ходу матча. Это Алексей Плужников, еще один диагональный игрок команды из Ярославля, который завершает матч собственной ошибкой. Ну, в общем, да, честно говоря, выход Плужникова на площадку, в общем, несколько комичный оттенок имел. Да, появился он на паркете Дворца волейбола Санкт-Петербург только для того, чтобы ошибиться и принести решающее очко команде хозяев. Так, 25-18, 25-18, 21-25, 25-20, 3-1. Счет по сетам в пользу казанского «Зенита». Наши одерживают свою восьмую викторию по ходу регулярного чемпионата России по волейболу и в хорошем настроении отправляются в Берлин, где сыграют на следующей неделе в рамках плей-офф Лиги чемпионов против местной команды, одноименной команды «Берлин», чемпиона Германии. Смотрим статистику. Ну, посмотрите, за счет именно четвертого сета мы увеличили разрыв и по очкам с подач, и также на блоке. Интервью. После матча с нами главный тренер казанского «Зенита» Владимир Олегов. Владимир Романович, поздравляем с победой. Ну и ваш комментарий по встрече. Ну, тяжело так настраиваться, скажем, на все 100, как бы оно ни парадоксально не звучало еще перед матчем с Германией. Ну, в общем-то, выполнили. Что-то получилось, что-то нет, эксперименты какие-то. Просто бы мне хотелось, чтобы ребята, те, даже тот эксперимент, который я делаю, никто бы это не оценивал как удовольствие, а работу. Ну, это работа моя такая. По логике, в третьей партии доходили те люди, которым не нужно настраиваться. Они не так часто играют, получили свой шанс, но вот не получилось, произошла осечка. Нет, это все время есть в это присутствие второго связующего на площадке, когда дает какое-то право кому-то расслабиться, понимаете, это законы. Играл Боу, с Бобешиным никто не играл, не потому что он плохо пасовал, потому что с Боулом одно отношение, в это есть неправильно. Точно так и молодой сейчас связующий. Ему вместо того, чтобы помочь, делаем 2-3 шага назад. Если касается игры Мочилова, понятно, что он не справился, да, в доигровке использовали Михайлова. Как вот Максима на этой позиции, который, в принципе, вы его использовали в сборной? Чего, Максима я знаю, и, в общем-то, в дальнейшем, мало ли что, у нас этот вариант мы тоже должны иметь в виду. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот такая беседа коллеги Айрата Шамилова с Владимиром Олегна. И мы ждем, будет ли еще одна беседа. Итак, ну что ж, мы на этом заканчиваем наш репортаж. «Зенит» Казань, Ярославич 3-1. До новых встреч на волейболе на канале ТНВ. Счастливо!